Мне так трудно. И уже второй год. Написала комментарий Людмила. Мне так трудно ухаживать за мамой, неходячей, 92 года. И за мужем, 11-й год, ноги отказали. Ночую с мамой, час ходьбы до дома, где муж. Приготовлю, оставлю еду и назад. Автобусом. Минут 20. И так второй год. Вот такой трогательный комментарий написала Людмила. Людмила, то, как вы написали, то, как вы изложили, очень свою, ну, так скажем, непростую ситуацию, в которой вы находитесь. И так пишите второй год. А я вас хочу поддержать. Хочу вам сказать, вы очень надежная. Вы знаете о том, что вы очень надежная. Вы и маму не оставили, и за мужем смотрите, который 11-й год, ноги отказали. И за мамой смотрите, и за мужем. Причем вы не жалуетесь, вы не ноете. Вы написали то, что у вас на сегодня происходит. И вы должны знать, вы очень надежный человек. Такая надежная дочь и такая надежная жена. С вами, Людмила, в любую разведку можно идти. Вы надежная. Вы не ноете. Вы ухаживаете за неходячей мамой, которая долго до нее добираться. Час ходьбы или на автобусе 20 минут, а на пешком идешь час. Но вы умница. Еще раз говорю, вы очень надежный человек. При всем, что у вас на сегодня происходит, может быть, это продлится уже 2 года, может быть, еще 2 года, может быть, еще 5 лет, а может быть, еще и 7, 8, 9 лет, никто ничего не знает. Поэтому себя не потерять. А себя не потерять – это сон, питание, мысли, упражнения. Следить за сном. Вы этим двум вашим близким людям, вашей маме и вашему мужу, вы очень нужны. И вы нужны им здоровой. Поэтому сконцентрироваться, распределить свой сон, питание, мысли и продолжать делать то, что, несмотря ни на что, вот идет жизнь, как она идет. Вот она вот такое преподнесла. Вот несмотря ни на что, сон, питание, мысли в кучу. И заниматься, и будет, что будет, делать, что делать, и будет, что будет. Спасибо, что поделились, но в этом вашем комментарии нет нытья, нет несчастья, нет уныния, просто какая-то констатация, что вот у меня вот так сложилось. Вот как сложилось. Сил вам! Очень рада, что вы смотрите, что вы еще при всем при этом нашли время, написали, и вы пишете комментарии. И всегда комментарии у вас очень легкие, доброжелательные. Вы не обозленная, при том, что так сложилось на сегодняшний день. Вот такая ситуация. Умница. Следующий комментарий. Следующий комментарий. Не менее трогательный, а может быть и даже отдельно его сделать. Знаете, я его сейчас зачитаю. Если мы уложимся во времени, то мы его с вами прокомментируем. Если нет, то сделаю на него отдельное видео. Но как-то мне эти два комментария
перекликаются. Перекликаются. Итак, следующий комментарий написала Антонина. Антонина. Дорогая Розана, доброго вам времени суток. Писала вам в феврале. Рассталась с мужчиной по его инициативе. Все это время с большим трудом все это пережила. Постоянно обдумывала эту ситуацию, где и в чем была виновата. Измучила себя и довела до нервного истощения. Сильно похудела, посыпались волосы, прекратились месячные, женский цикл. Я потухла. Мне 41 год. Дочери, ей 21. Сказала, что только я сама могу вытащить себя из этой ситуации. Да, я поняла, что хочу. Появились силы, желания. Я все и все благодаря добрым подсказкам вашим и советам. Постоянно включаю ваши видео, они меня успокаивают. Скажу больше, вы остановили меня от самого страшного шага в моей жизни. Ведь я совсем не хотела жить. Благодарю вас, дорогая Розанна. Вот такой очень трогательный комментарий написала Антонина. 41 год. Антонина, мое солнышко. По-другому не могу вас сказать. Тоже в этом комментарии нет нытья. И даже скажу вам больше, нет уныния. В этом комментарии тоже констатация. И в этом комментарии нет злости. Констатация. Вот так произошло. Вот так отреагировала. Мы с вами очень и очень, предложение за предложением, подробно разберем эту ситуацию. Мы ее вот так психологически разложим, просто как ромашку. Вот так разложим всю. Потому что это состояние не от того, что ушел мужчина. Нет, нет и нет. И я вам это докажу. Мы разложим эту красивую ромашку жизни. Разложим психологически. Ни на чем не настаивая. Ничего не утверждая. И мы это сделаем с вами с удовольствием. Вот два комментария. И оба комментария, в этих комментариях нет ни уныния, ни грусти, ни агрессии, ни злости, ни раздражения. Есть констатация фактов. Мягкая констатация фактов. От этого можно очень легко исправить ситуацию. От этого это очень простой кейс. Это простое, что можно сделать. Это легко эти ситуации две разложить и выйти достойно, несмотря ни на что. Следующее. Видео сделаю и об этом подробно, с удовольствием. Мы с вами поговорим. Всем, кому близка моя философия, философия оптимизма, позитива, стержня, силы духа, философия жизни. Кто придерживается этой формулы, кому она близка, оставайтесь со мной. И мы с вами дойдем туда, куда надо. Тогда, когда надо, каждый придет в свое время. К тому, кому надо, несмотря ни на что. И дойдем туда со стержнем, с силой духа, с позитивом, оптимизмом. Обнимаю вас.